Добрый день, это независимый европейский проект НЭП. Мы находимся в городе Берон, который расположен на реке Беронке, той самой, в которой отец Сергий Булгаков крестил сына Цветаева Мура Георгия. И в этом же городе Бероне снимался теперь уже легендарный фильм «Трудно быть Богом». У нас сегодня в гостях человек, который очень дорог мне и близок, это Алексей Злобин, кино- и театральный режиссер, актер и, собственно, человек, близкий к Алексею Герману и к Светлане Кармалите. Леша, здравствуй. Здравствуйте, дорогие друзья. Леша в Праге, и Леша здесь уже услышал эту новость, потрясшую нас всех, о том, что ушла Светлана Игоревна Кармалита. Леша, расскажи вообще, как ты оказался рядом с такими людьми? Дело в том, что мой отец, Евгений Павлович Злобин, и Алексей Герман, они были однокурсниками, учились вместе в театральном институте в Ленинграде тогда, в классе Александра Александровича Музеля, профессора. И когда Герман начинал снимать «Трудно быть Богом», он искал, собирал в группу режиссеров-стажеров. У него был такой принцип съемки, что секторы, задачи и по подготовке, и во время съемки непосредственно, они распределялись между помощниками. То есть общую генеральную задачу давал Алексей Юрьевич, а потом каждый разрабатывал свою часть. И вот на одно из мест, на одну из вакансий меня пригласили познакомиться с Алексеем Юрьевичем. Я до этого работал у Сокурова, это была моя фактически дебютная картина, это «Молох» про Гитлера. И мы познакомились с Германом, он не знал, что я папин ученик, я ему этого не говорил, но когда мы пообщались, он дал мне первое задание, тестовое, которое нужно было сделать для того, чтобы попасть на эту картину, войти в эту работу. Как раз я помню, я уходил из их дома, и Кармалита меня спросила: а ты Злобин, случайно не однокурсник ли Евгения Павловича Злобина, Лешиного однокурсников? И я признался, что да, это так. И надо сказать, чтобы, так сказать, не хвастаться, что честь не моим достоинством принадлежит попадание на эту картину, а именно тому, что я снял одну пробу, снял другую пробу, потом сделал большую сводную пробу уже непосредственно по материалу сценария, и с ней я провалился. И я думал, что все сорвалось, работы не будет, встреча не состоялась, но тем не менее как раз Кармалита и сказал Алексею Юрьевичу о том, что, видимо, она и сказала о том, что я сын его однокурсник. И он позвонил по телефону мне тогда и сказал, что я зову тебя командиром на площадку, я знаю, что ты сын моего однокурсника Жени Злобина. И так начался тогда, в 99-м году, началась эта эпопея. И здесь, в Бероуне, не совсем здесь шли съемки, отсюда уезжали в замок Точник, где-то там в получасе езды от Бероуна. А здесь, в гостинице «Литава», она здесь неподалеку, рядом с центральной площадью, вся группа размещалась, и чешская, и русская. Это был огромный продакшн, где-то около 120-150 человек, наверное, было. И поэтому весь Берон был оккупирован съемочной группой. И здесь произошел, наверное, самый такой драматичный момент начала картины, потому что полтора года где-то Герман готовился к съемкам этой картины с оператором Валерием Мартыновым.
И был снят замечательным образом, был снят этюд, проба, эпизод на Финском заливе в снежную февральскую зимнюю пасмурную погоду, где Валера снял блестящую совершенно пробу, которую Герман хотел, чтобы он здесь повторил. Но здесь были совершенно иные условия съемки в этом замке, иная техника, все было по-другому, и она никак не получалась. И целую неделю мы не могли снять первый кадр. Каждый день в 6 часов утра выезжала группа отсюда, из гостиницы Летава выезжала в замок Точник. И мы пытались с Валерием Владимировичем пытались этот кадр построить, он никак не получался. И накипало чувство, что сейчас все закончится, экспедиция будет прекращена и съемки закончатся, потому что оператор не может снять того, что хочет режиссер. Герман был невероятно в этом смысле требователен. И как раз был день рождения Светланы Игоревны Кармалиты, трагический такой для нас роковой день, когда уже готовились столы здесь в Летаве для всей группы, хлебосольно всегда и щедро. Семья Германов встречала и любила своих всегда сотрудников. И как раз в тот роковой день, 9 марта, да, получилось снять этот кадр там в замке Точник. И мы счастливо ехали с видеокассетой, да, сюда, к этим столам, в грязи по колено, потому что в замке насыпали специальную грязь, нас поливало дождем, мы снимали этот сложнейший кадр с 40-метровым проходом вдоль так называемой тропы смерти. Мы привезли кассету, но уже было принято решение. Герман решил, что они с оператором должны расстаться. И это для... Ну, представьте себе, огромная группа вся уже здесь, экспедиция началась. Это огромные средства по тем временам. Еще по тем временам такое никто не мог себе позволить сегодня быть. Тем более об этом слышишь как о каких-то космических новостях. Вот. И мы приехали счастливые, что сцена снята. И вдруг полная остановка картины. Идет праздник, пир в этом в зале отеля «Летава». И понятно, что уже съемки не продолжатся, потому что на картине нет оператора. Кино снимает оператор-постановщик. На следующий день Валерий Мартынов уехал, и мы где-то неделю, может быть, чуть меньше, ждали, а что же, собственно говоря, будет. И вот здесь бюро, он так накалялся, поскольку мы были основными жителями в тот момент этого небольшого городка. И каждый день напрягалась атмосфера, потому что мы не понимали, будет картина или нет. И приехал Клименко из Москвы. Его привез Ермольник тогда. И на картине появился новый оператор. Было понятно, что здесь решилось. Было понятно, что Герман не поступится ничем, что никаких для него не может быть условий, которые бы его к чему-то обязывали. Есть единственный критерий – это художественное качество кадра, художественное качество картины. И в этом смысле, конечно, Кармалита, которая была такой матерью группы, да, или там, я не знаю, ее злой феей Карабос, потому что она могла быть и очень резкой, и она транслировала и какую-то от Германа идущую подавляющую энергию, потому что, ну, такую банду нужно держать очень, что называется, крепко, чтобы не было, особенно в начале, когда спаивается коллектив здесь, в экспедиции. И, конечно, она его в этом смысле, Светлана Игоревна, всегда поддерживала, и мы чувствовали постоянно ее опеку, ее внимание, ее участие. Вот, и, конечно, печально было оказаться сейчас в Праге, просто на дружеской прогулке, и хорошо, что мы приехали сюда, потому что здесь, в этом месте, все, собственно говоря, и начиналось. Благодаря тебе, Леша, я посмотрела этот фильм, и я помню, как был фестиваль, кинофестиваль в Риме, и там показывали, там давали премьеру, и ты так запросто сказал: вот телефон Светланы Игоревны, позвони, скажи, что ты от меня, и что тебе нужно 2 билета. Я еще думаю, боже мой, ну как я буду так запросто звонить? И это оказалось настолько просто. Я подумала, насколько у тебя близкие отношения со Светланой Игоревной, что вот так запросто она мне ответила, поговорила со мной, с удовольствием отдала мне эти 2 билета. Хотя там был полный аншлаг, пробиться было невозможно. И после того, как я увидела, кто сидел в зале, то есть весь бомонд российский, и члены правительства, и олигархи, и актеры, все сидели в зале, все присутствовали. И...
вот этот момент, этот фильм, который обозначили, да, там Елена Костюкович переводила эту речь министра культуры Италии, обозначили как лютый фильм, действительно, при полном аншлаге и при полном восторге, конечно, прошел, за что тебе огромное спасибо, Леш. И, конечно, вот тогда я подумала, что у тебя какие-то особенные отношения. Я читала отрывки из твоей книги «Яблоко от яблони» и твою статью, эссе, наверное, да, «Герман. Человек Божий». И вот там просто потрясающая информация, потрясающие сцены ваших вот этих вот таких сложных и близких отношений, да, когда вы то сближаетесь, то расходитесь, потом как они тебе в трудную минуту, именно они тебе помогают. Совершенно потрясающе. Вот что ты можешь сказать о ваших вот... Ну, здесь есть некоторое преувеличение, потому что ни в коем случае не в вопросе, потому что сама книга написана как роман отношений, да, в которых я, безусловно, все рассматривал как свою собственную роль в этой ситуации, да, как то, что я переживал. И поэтому, кажется, это, безусловно, говорит о громадном значении этих людей в моей жизни, в том, что для меня случилось. Но совершенно я не думаю, что ответно моя скромная персона была столь значительна в их жизни. Но дело в том, что и Герман, и Кармелита, они абсолютно ко всем участникам процесса, они всегда относились, это была семья, безусловно, так. Поначалу даже шокировало несколько открытые, такие, как сказать, какие-то подколы, ирония взаимные, идущие между двумя супругами, да, казалось бы, должны быть производственные, профессиональные отношения, должна быть определенная дистанция. Нет, они нарочно вовлекали всех присутствующих, как в семью привлекали каждого человека. И поэтому, что там картина, премьера, конечно, значительнейшая, потому что это мост из одного тысячелетия в другое, из одного столетия в другое, да, и это, наверное, самый серьезный проект финала, да, кинематографа 20 века и начала какого-то следующего, непонятно, имеющего быть или не имеющего быть кинематографа. Но должен сказать, что еще плотнее, и, то есть там в бою, в съемках, конечно, эти отношения претерпевали очень разные качества и разные градусы. Это были и очень яркие и болезненные ссоры, это было и невероятное какое-то приятие, и радость. Я четырежды работал на этой картине, то есть это было четыре ухода, каждый из них был кровавым, это было четыре возвращения, когда звонил Алексей Юрьевич и приглашал снова принять участие в этой картине. И надо сказать, что когда его не стало и стала писаться книга, вот здесь стали уже, ну, грубо говоря, знаете, по итогам жизни, да, когда уже между нами многое прожито, складываются совершенно иные отношения со Светланой Игоревной. Она читала каждую подачу. Сперва книга шла этапами в журнале «Искусство кино», в журнале «СНОП», в каких-то газетах. Первая публикация была на 40-й день Германа, памяти его посвящена. Она, собственно, это и было толчком к созданию книги о нем. И поэтому я понимал, что необходимо сверить все эти тексты, да? Я понимал, что они написаны очень... с одной, видимо, ему точки зрения, да, они очень конкретные и очень в одном ракурсе, и вызывала даже не однажды ревность эта ситуация, да, что, а что ты так пишешь, как будто ты там вокруг тебя все вертелось. Нет, но это я своим голосом рассказываю, как все это было. И мне было, конечно, очень важно, чтобы ее авторучка, чтобы прошлась по этому тексту, чтобы ее были слова. И надо сказать одну очень важную вещь. Поскольку вспоминались какие-то трудные моменты, моменты установления отношений, каких-то конфликтов, а без этого как можно интересно рассказать историю, она не редактировала, а подсказывала, что исправить совсем немножко. Но всякий раз это было то, что могло бы чем-то ранить того человека, о котором шла речь. Она говорила: «Леша, убери это. Это может обидеть Валеру. Убери это. Это бросает тень на память ушедшего, замечательного там кого-то из участников процесса». Потому что немало, к сожалению, огромная, поскольку картина была, немало в ней и рамок в титрах, да. И в этом плане, при том,
как она была непосредственно, можно было сказать, и невежливо подчас, да, потому что резкие стычки, что-то надо было на больших скоростях решать в съемочном процессе, но насколько деликатно и подробно и точно она, Светлана Игоревна, все выправило в момент, в направлении прощения, милосердия и того, что про каждого надо рассказать лучше. Про каждого надо рассказать лучше. Не надо никаких там копаний, каких-то обидных слов и прочее. Это не важно. Это все должно уйти и забыться. И в этом смысле это для меня была уже такая итоговая и дополнительная школа, которая была уже непосредственно со Светланой Игоревной. И поэтому я ей крайне за это признателен и благодарен. Она научила меня многое прощать и на многое посмотреть просто глазами любви и глазами благодарности. И поэтому, конечно, самые теплые, самые добрые воспоминания об этой, и это действительно уже стало для меня, все были членами семьи этой, да, но для меня действительно вот это еще больше была особенность, когда памятью Германа удобрялась, упрощалась от слова прощение, упрощалась вся эта история воспоминаний и книги о нем, да. Я хотела тебя спросить о твоей прозе. Ты пишешь, на мой взгляд, удивительно музыкально, на музыкальный слух. Для меня это такие чередования, может быть, как у Сергея Сергеевича Прокофьева. Вот ты берешь какую-то тему, допустим, очень серьезную, и вдруг такой диссонанс, ты уходит все в разрешение такое комичное, да, или наоборот. То есть это такой вот дар особенный писательства, это такое чувство композиции. А скажи, пожалуйста, вот в жизни тебе присуще чувство жизненной композиции? Я почему-то, у меня есть подозрение, что у тебя есть такое вот ухо, настроенное на... А как вот будет завтра, послезавтра, исходя из каких-то признаков? Например, вот в твоей книге «Яблоко от яблони» там есть этот эпизод совершенно потрясающий, когда ты из Питера хотел перевестись в Москву на курс Петра Ивановича Фоменко. И как у тебя все складывается? Как ты уже добрался до этого места? И как ускользает этот момент, да, когда тебе надо как-то проявить какую-то смекалку и настойчивость? И как ты уже прямо вот перед Константином Райкиным и перед Петром Науменко просто ты уже просишь, напрасываешься в машину и уже садишься, и тут мы все говорим, ну, конечно, слава богу, у него получилось, да? И на экзаменах Лёша Злобин, значит, полный провал. Вот что это такое, как не придуманная композиция, и она же переложенная, экстраполированная на жизнь? Во-первых, есть ухо, да, которое привыкло к поэзии с детства. С раннего моего возраста я наслушивал, как отец вслух читал стихи постоянно мне. И поэтому в этих малых дозах, да, в схеме, в какой-то формуле, то, как строится фраза, в которой должна быть, и какая-то, значит, должен быть пик, и должно быть угасание, и внезапный контраст. Ну, как-то мы еще у Эйзенштейна читали в учебниках о том, что черное монтируется с белым, яркое с глубоким и темным. И поэтому есть, вот действительно сейчас я услышал, подчас ловлю себя на том, что у меня все время включено какое-то переформатирующее ухо. Как бы идет и восприятие жизни, потому что, ну, глупо не видеть и не слышать того, что вокруг тебя есть. Но в то же время все время идет какое-то перелицовывание, перекадровывание, перевидение. Я помню, как-то мы сидели с Людмилой Васильевной Максаковой, как раз с кем мы работали у Петра Фоменко, потом уже, когда я был у него ассистентом на спектакле, и она рассказывала, потрясающая, удивительная женщина, невероятной заразительности, невероятного ума, глубокой точной оценки. Я, собственно говоря, умение что-то рассказать для меня – это восхищенное вглядывание в удивительные, настоящие встречи, которые мне в жизни были подарены. Вот одна из них тоже была Людмила Васильевна Максакова. Я помню, как она что-то рассказывает, потом раз так останавливается, смотрит на меня и говорит: «Снимаешь?»
То есть глаз уже включает какой-то, а как бы это было в новелле, а как бы это было в рассказе, а как бы это было в кадре. То, что ты вдруг, это невероятная счастливая тайная жизнь, да, что-то можно вот с помощью раз камеры, два камеры, три камеры, да, запечатлеть, подготовленные специально, выехать, встать на фоне красивой реки в прекрасный погожий июльский день, а что-то в жизни в тебе существует такая маленькая камера, которая снимает единственный видимый тебе фильм, и ты ловишь невероятное наслаждение, получаешь удовлетворение и кайф, и радость от того, что оп, ты сейчас снял замечательный кадр. Его никто никогда не увидит. Может быть, о нем можно будет когда-то написать. Но вдруг вот мы стоим, а там в траве, значит, копошится утка. Вот она сейчас, оп, повернулась, смотрит на нас и думает, какие дураки. И вот это, вот и пролетели еще несколько. И какие это удивительные подарки, да, уже изуродованное ухо, изуродованный глаз тем, что ты все время что-то параллельно с переживанием сам что-то и создаешь. Вот такая вот история. А жизнь, конечно, тем и радует, что полна контрастов, и нужно просто, я так думаю, что главным, наверное, каким-то, если говорить о достоинствах, по отзывам, которые я слышал об этой книге, вот мне особенно дороги были те, когда говорили, ты беспощаден к себе в этой ситуации, да, и посмотреть с юмором на все на это. Я помню, у меня папа в детстве, вот самые такие были обидные моменты, отец был очень ироничен, и он умел так вдруг, не знаю, вы посмотрите, гений страдает, там еще какая-то такая фраза, которая хлестко вышибала тебя из тупой, бессмысленной и непродуктивной погруженности в самого себя. Нужно все время выходить на масштаб, нужно все время увидеть немножко все со стороны, потому что мир, в который мы приглашены, в который мы погружены, он прекрасен, разнообразен, и какое счастье, что не главные роли всем даны, да, в этой истории. И в какой-то момент ты уже вскарабкиваешься по лестнице, представление о том, как было бы наиболее хорошо, а потом оказывается, что все не совсем так. Но та, например, потеря, то есть я не поступил тогда к Фоменко на курс, но наоборот, из этого обрыва, из этого не случившегося выросла большая, серьезная и глубокая личная дружба. Это гораздо дороже оказалось, чем если бы, грубо говоря, быть успешным в профессии. Он сам все время говорил, ненавижу слово «успех». В этом эссе «Герман, человек Божий» там есть момент, когда он как-то так тебя, Алексей Герман, тоже подкалывает, что ли. Ну что, вот сейчас появятся у тебя деньги, опять обнаглеешь, Леша? Я к чему перехожу? К фразе из песни Джона Леннона «God is the concept by which we measure our pain». Ну не то буду есть, стесняться, переведи. То есть Бог – это такая концепция, которой мы измеряем силу нашей боли. Да, то есть мы вспоминаем о Господе, когда нам очень-очень плохо, и как-то так расслабляемся и наглеем, совершенно наглеем, когда у нас, в общем, все более-менее благополучно. У тебя есть ощущение, бывает ощущение богооставленности в момент благополучия? Тонкий вопрос, просто здорово умеешь спросить, потому что в первой части уже одна тема, а потом уже, смотри, нет, вот, пришла сюда. Я сейчас подумал про что, это очень важный был момент, насчет, ну что, Лёшка, обеднел художник, да, а потом, значит, разбогатеешь опять, будешь блудным сыном, швырнешь и так далее, встреча с Германом была таким серьезным искушением, потому что мы вдруг стали германовские, и мы могли, ну, любую дверь ногой пнуть, войти в любой театр. Ты тут же говорил, приходил в дирекцию, говорил, так, мне билет в Челябинск, я лечу, значит, отбирать артистов. И тебе казалось, что, ну, на самом деле, это же была не твоя слава, да? Слава в прямом смысле этого слова, не похвала и фанфары, да? Не твой свет, не твое сияние, да? Это было, безусловно, авторитетом, личностью, усердием, пережитым германовским, не моим. Но мы так сразу мгновенно казалось, что мы раз и выросли в полную меру своего мастера, учителя. И вот и мы, конечно, наглели по молодости, да, ты начинаешь руки в кармане, такие все, немножко такие сыновья, такие нагловатые. Я сейчас зря, кстати, обобщаю, в данном случае честнее было бы говорить только о себе. Конечно, минуты каких-то
настоящих ударов они воспитывали по-настоящему. В радости часто зарываемся, слепнем и забываем о том, что... Ну, хотелось бы, чтобы так не было. Хотелось бы, чтобы так не было. Это, знаете, Антоний Сурожский очень хорошо сказал, митрополит Антоний Блюм, да, не то что сказал, он размышлял о том, а в чем, собственно, заключалось падение Люцифера, Деницы, да, он же был светоносец, да, самый яркий ангел. Меня потряс этот образ, потому что я долго размышлял, а в чем, собственно говоря, природа и причина этого падения. Дело в том, что, скорее всего, я просто с этим согласен. Мы не знаем, как было на самом деле, но мне это психологически очень понятно. Когда ты светишься чьим-то светом, и в какой-то момент ты вдруг говоришь страшное слово «моё», или ты говоришь «это я». Абсолютная неправда. Вот этот момент ты падаешь, потому что, во-первых, ты неблагодарен, а во-вторых, ты ограничиваешь мгновенно себя. Потому что все, что мы можем делать, это стараться изо всех сил быть в движении и этот свет все время отражать. И еще одна очень важная и опасная вещь, я часто испытывал ее уколы и ее призывы этой вещи. Это когда тебе вдруг начинает даваться, и ты в какой-то момент вдруг боишься взять. Не можешь идти, да, как Петр по воде, да, к Христу, который сказал ему, иди ко мне, да. Ты боишься взять. Тебе вдруг какой-то момент кажется, что ты не справишься, потому что благодать, она же, или удача, да, или так называемое счастье, когда моя часть сочетается с чем-то гораздо большим. А потяну ли я это? Мы настолько сомневаемся в безмерности своего человеческого существа, которое бездонно, да, Достоевский сказал, да, бездны. Человек – это бездна, да, у которого нет ни, где ни вверх, ни вниз, ни увидишь ни там предела, ни там дна. И это настолько в какой-то момент мы страхуемся тщеславием, да, и становимся смешными лампочками, которые стеклом закрывают вольфрамовую нить, в то время как источник света и генератор, электричество идущее, оно вообще не здесь, оно огромно, оно безмерно. Я лампочка. И, значит, и 25 орденов, там какие-то номинации, премии, призы. И мы как-то вот, мы там были, мы касались этого света. А вот так, а богооставленность – это... Это такое чувство, которое нам помогает вспомнить все время о том, что душа грустит о небесах. Это самое правильное состояние, да, как это Есенин сказал прекрасно, что если нет этой постоянной тоски по Боге, тоски по Высшему, тоски по-настоящему, чем и дороги для меня все те, о ком удалось и посчастливилось рассказать, с кем посчастливилось встретиться, там, Алексей Юрьевич Герман, Петр Наумович Фоменко и те многие-многие другие, кому эпизодами довелось пройти по этому рассказу, тем, что эти люди бесконечно опровергали закон тяготения, не случайно, да, и книжка называется, под заголовок, да, «Опровержение Ньютонова закона». Это люди, которые мы так не решаемся помнить все время, что мы живем на самом деле наоборотным законом, что все живое и по-настоящему нас радующее, и любое дело, оно может быть больным, трудным, мы можем проходить через очень какие-то жесткие стычки и испытания, но только преодолением веса, да, и принятием на себя этого дара какого-то, да, мы на самом деле живы. Кого насколько хватит в бесстрашие это принять, тот настолько и человек. Ты много лет на съемочной площадке. И, конечно, у вашей братьи очень много предрассудков, примет и так далее. Я хохотала, когда прочла этот очень смешной эпизод, как тебе нужна была роль, как тебе нужны были деньги, и ты согласился лечь в гроб, да, после того, как человек, которого сначала назначили на эту роль, то есть он выдержал до какого-то момента, но когда стали колотить крышку гроба, он с ужасом вскочил, испортил, значит, съемочный день и убежал.
И после этого ты, значит, совершенно мужественно лег в гроб, выдержал, вот как заколачивали крышку, более того, как тебя опустили в могилу и даже стали засыпать. Это было абсолютно не мужественно, а легкомысленно и юно. Во-первых, тут же ассистенты подбежали и сказали, что это хорошая примета. А кино тогда, какое счастливое было время. Было действительно огромное количество всяких разных предрассудков, смешных баек. Не лузгать семечки на площадке, обходить прибор с той или с этой стороны. Кепку носить, кепку снимать. И прочее. Много довольно всяких разных смешных, забавных, необъяснимых вещей. И тогда, да, я был студентом, мы подрабатывали в массовке, и было обещано, что дадут 2 обеда, значит, тому, кто снимется, и удвоит массовочную ставку. Потому что подписанный на это там голливудский артист, у него в контракте не было гвоздей в крышку гроба. Положили под подушку, как полагается, бутылку водки, это еще одна традиция, да, и было очень забавно смотреть с этого положения, когда в спине было несколько жестко и прямо, на весьма, ну, весьма неискренних людей из массовки, которые возлагали на тебя цветы. Да, я плакал. Я уже не помню, это был какой-то из английских сериалов, снимавшихся тогда в начале 90-х годов, и кто-то потом рассказывал, что даже видел, но сняли только общий план, второй крупный план не был снят, потому что я был не брит. Вот это я точно помню, да. А в связи с этим хотела перейти к трагической, на мой взгляд, фигуре Алексея Балабанова, который, как известно, в последнем кадре своего фильма «Я тоже хочу» использовал, был одет в свитер Сергея Бодрова. Да, и он уже, как он предчувствовал свою смерть. То есть он в последнем интервью уже говорил, что он вот так и писал, скоро склею ласты. И действительно, этот кадр, когда он в свитере просто падает и умирает, это был его последний кадр, совершенно невероятно трагическая фигура. Вот ты работал с ним. И я даже видела кадр, фильм про уродов и людей, ты там снялся у него в фильме. С этого, собственно, все началось. Да. Он же, собственно, копил деньги именно на этот фильм, да, он считал его самым удачным из всех своих работ. И деньги, собственно, делались на брате, который и стал бестселлером, да, который и стал такой легендой. А этот фильм вот про уродов и людей, это его такая вот мечта, в которой ты снимался. Расскажи про Алексея Балабанова, пожалуйста. Он по первым встречам и контактам был для меня совершенно нечитаемым и непонятным человеком. Да, вот даже есть какая-то фотография, стоим в Выборге на съемке, я пытаюсь понять, узнать задачу, что он хочет. 26 градусов мороза, у меня вот так вот зализаны волосы бриолином, я во фраке, голова уже превратилась в ледышку, и передо мной стоит и медленно что-то говорит малознакомый мне человек в шапке, опущенной до фактически середины зрачков, вот так вот что-то такое очень тихо. И, а сзади прыгает за его спиной оператор Сергей Астахов и показывает вот этот знак. Свет ушел, бессмысленно, съемки не будет. А Алексей Октябринович еще продолжает что-то тихо говорить. И мне он показался какой-то хмурый, такой угрюм Бурчеев, какой-то не очень понятный человек. Я не мог даже почувствовать, он ко мне-то доброжелательно или недоброжелательно относится. А потом совсем какое-то короткое время, и я оказываюсь в их студии, Нева, ну, СТВ тогда в Неве находился, на Ленфильме есть такой, значит, корпус, и шло какое-то застолье, где сидела и группа, и друзья, режиссеры другие и так далее, и сидел Алексей Октябринович, и рядом была Надя Васильева, его супруга. Что-то попивали водочку, о чем-то говорили, и завязался какой-то первый очень простой, очень о каких-то самых простых вещах, бытовых, разговор. А потом вдруг он как-то замахнул рюмку, повернулся к Наде и ни с того ни с сего спросил: «А я красивый?» Вот. Меня это так тронуло. Я вдруг, для меня мгновенно, вот в этом моменте прояснилось, удивительно нежная, тонкая,
очень ранимое человеческое существо, структура, я не знаю. Я понял, что вот эти все, а там же брат, там столько агрессии, крови, там еще каких-то вещей, он жил в жестком времени, в жестком окружении, которое он переживал очень, не столько там трагически, драматично, там был борцом, да не был борцом, нет, но вот этой тонкой своей иголочкой, лесочкой, ниточкой, мембраной, которая очень, очень точно реагировала на эти литавровые удары времени, да, он все переживал очень чутко. И его, мне кажется, мужество личности этой, этого художника, заключается в том, что он не надел скафандр, он не надел каркас, он так и не стал закрываться. И обнаженность, о которой вы сейчас сказали, когда в последнем кадре, фактически в последнем, в финале фильма, да, когда в последней своей картине он надевает свитер Сережи Бодрова, которого он очень любил, и, конечно, случившаяся трагедия просто сломала жизнь ему. Он не мог уже от этого не то чтобы освободиться, но, как говорится, мы должны научиться с этим жить, да? Это приносит какие-то все-таки потери, приносит какие-то плоды понимания, перемены отношения. Кто был эгоистичнее, стал чутче, кто был жесткий, стал мягче, милосерднее. Нет, у него вот это как раной в него вошло, так в нем это раной и осталось. И эти нелепые слова о том, что он член Европейской киноакадемии, да, ну, там в этом в кадре перед тем, как упасть ничком в снег, что, собственно говоря, все бирюльки, игрушки и заслуги, они ничего не стоят, они абсолютно никчемные, они абсолютно здешние, и они не вылетают в ту трубу, которая забирает человека туда, куда он хочет. Они остаются здесь. Они остаются здесь. И вот этот удивительно, удивительно чуткий человек, я понял, что его внешняя закрытость, да, и в его во внешнем образе, в этих длинных волосах, в этой наклоненной голове, в этой шапке, если это зимой, да, или там кепки надетые вот так. Там очень все было отзывчиво, там очень все было ранимо, и там все было очень, как сказать, он был очень внимательным. Вот так вот он говорит, казалось бы, не глядя на тебя, что-то тихо через губу в проброс, вдруг короткий взгляд. И ты видишь, что как-то так, не то чтобы насквозь, но целиком принимает. Целиком принимает и слышит, и видит. И я ему очень благодарен, что и дальше оказалось, что этот маленький эпизодик, сыгранный в фильме, и эта короткая встреча, казалось бы, ни о чем, но что-то сцепилось. И дальше уже звал в какие-то другие работы или предлагал кому-то, в том числе как раз Сергею Бодрову, предложил меня в качестве эпизодического артиста в белых брючках поиграть одного из бандитов. Там все бандиты, такое время было. Люди играли в эти игры. Вот с Сергеем как раз дебют которого была эта картина «Сестры». И, к сожалению, только дебют. Да. Вот Сергей был очень собран. Для него это была огромная ответственность. И он, вот для меня его образ все время, он в наушниках на площадке, он слушает, как сыграли артисты. И между нами, как сказать, ну, не возникла искра дружбы, при том, что мы были ровесниками, да? А с Алексеем Октябриновичем, конечно, мы ровесниками не были. Он был и старше, и иначе, и совершенно из другой страны, он оттуда, из-за Урала. А я какой-то здешний такой питерский мальчик. Но на съемке того эпизода про уродов и людей он снимался 3 дня. Потому что в первый раз, как я сказал, в 26 градусов мороза в Выборге, где была декорация построена, ушел свет. А второй съемочный день Динара Друкарова, главная героиня, во время съемки в перерыве упала, потеряла сознание. И это было так, как-то так неожиданно и страшно. Шел уже крупный такой влажный снежок. Мы снялись в первом кадре эпизода, объявили перерыв. Это снималось уже в Ленинграде, у Петропавловской крепости. Там
Вера Евгеньевна Зелинская построила декорацию, похожую на то, что было в Выборге, чтобы это каким-то образом сошлось. И вот объявлен перерыв, а мы только познакомились тогда с Динарой. Это был, по идее, это должен был быть единственный съемочный день на картине, потому что один крохотный эпизод с одной, но очень ключевой репликой. «Музыка про родов и людей не желаете?» – говорит официант. И объявили перерыв, мы пошли знакомиться и общаться, а встретились в 6 часов утра, не выспавшиеся, все началось в гримерке, и я обратил внимание, какое у Динары на все застежки сзади корсетное платье, много-много всяких булавок, жесткая стягивающая прическа, и я закурил, она говорит, угости, при том, что она почти не курила, по-моему. В общем, она выкурила сигарету, а дальше куда-то пошла, и я стою, жду, когда позовут в кадр, и идет какой-то мужичонка в резиновых сапогах и говорит, эй, это там не ваш случайно, в луже валяется. Было так страшно, и я вот увидел, знаешь, вот такой стоп и замедленное кино. Директор картины в шляпе, которая спадает на ветру, бежит в направлении там, да, где ваша валяется. Вот. Бежим туда, за угол бастиона, и я вижу в луже лежащие неподвижные фигуры Динары Друкаровой. Я подбегаю, это все так странно, потому что кто-то во фраке, кто-то в каком-то платье с кринолином, значит, это директор в шляпе, Леша в этой своей шапочке, все какой-то такой немножко маскарад, и в котором вдруг происходит что-то настоящее. Настоящее, потому что реально в костюме, вот в этой прическе, во всем этом искусственном, но человек теряет сознание и падает, и мы не знаем, жива или нет, что произошло, а тогда этому предшествовал ряд трагических событий несколько, и когда уже голова, знаешь, заведена на предчувствие недоброго. И я подбегаю, вытаскиваю ее из лужи, подъехал Сережа Астахов, мы кладем ее, кладу Динару на заднее сиденье машины и рву на ней, значит, это платье, срываю эти булавки и бью по щекам. И помню, что я забыл, как ее зовут. Мы только сегодня познакомились, да, имя Динара. Я говорю, как ее зовут? Скажите, мне надо ее звать. И Леша говорит, Динара. Я кричу, Динара, Динара, Динара. Кто-то принес нашатырь. И потом она сказала, что ей показалось, что я пьяный перегаром в лицо дышал. И я помню, и Алексей смотрел на Динару. Я не мог понять, по нему никогда не... Вот любит, не любит, знаешь, вот как ромашка, на которой еще не сорвали лепесточки. И он смотрит, говорит, Динар, а Валера-то здесь, имелся в виду Валера Кефт. Он говорит, ну кто ее отвезет? Я говорю, давайте я ее отвезу. И вот я думаю, вот в тот момент он увидел, как я, наверное, не безразличен был. Как... И мы так подружились тогда с Динарой. И Леша в этой ситуации был каким-то благословителем довольно... серьезной дружбы, которая и до сегодня длится, к сожалению, реже происходит общение. Динара в Париже, я здесь, мы всегда страшно рады видеть друг друга. И то, что могло быть легким эпизодом однодневным, снялся и забылся, стало какой-то человеческой связью, что мне очень дорого, потому что, конечно, Алексей Октябринович, Леша, он какой-то очень... Особая нота в партитуре, он очень настоящий. И я рад, что когда мы с вами здесь познакомились в Праге, для меня таким было неожиданным моментом, что вот наш любимый режиссер Леша Балабанов, и мы вместе тогда в подвале кафе смотрели этот фильм, который я тогда еще к тому моменту не видел, и как хорошо, что мы смогли... Для меня это такое было возвращение какое-то. Это было в марте, а в мае он уже ушел. Я настолько был вдохновлен тем, что с людьми, которым это сильно не безразлично, с вами, мы вместе посмотрели эту картину, я был настолько ею взволнован, она благодаря и вашему взгляду для меня настолько глубоко и живо прочиталась именно в том, как в чем-то эпизодическом звучит одна главная человеческая нота, которая вот так неприкрыто выражена была даже в названии, да? Я тоже хочу. Я счастлив, что по возвращении домой тогда от вас из Праги я успел
позвонить и передать слова нашего общего восторга. Рассказал, как мы в Праге смотрели это. Рассказал это Наде, потому что Алексей не брал трубку и ни с кем не общался в тот момент. Но Надя ему все передала. И это мне это очень дорого. Знаешь, как важно в жизни успеть сказать хорошие слова кому-то. Алексея немало говорили, писали, или он прослыл, да? Можно так сказать или нет. Там касались темы его отношения к так называемым нацменьшинствам, меньшинствам, к национальным каким-то вопросам. Вы знаете, настолько бессмысленно, не нужно и ни к чему художнику настоящему пришивать какие-то абсолютно здешние и, по большому счету, вот для меня, ничего не значащие вещи, да? Вопрос не в том, что когда-то сказал, что кем-то было как-то воспринято, кем-то было отредактировано и каким-то образом подано. Вопрос в том, о чем человек жил-то по-настоящему, да? И всех этих, знаете, погиб поэт невольник чести, да? Невольник чести. Мы все время невольники какого-то такого громадного количества условностей и заблуждений. Шмеман когда-то очень хорошо сказал, священник Александр Шмеман, что христианство не решает вопросы, оно их снимает. И вот когда я уже сказал об Алексее, что это трепетная нота, это абсолютная незащищенность, мужество быть ранимым к этому миру, при том, что да, он историк, да, он начитанный человек, у него сформированы отношения к тому-то или к сему-то, эти вещи ничего не решают. Все решает только одно – человек перед человеком, и как ты его чувствуешь, и как он тебя чувствует. И Леша был абсолютно настоящим, абсолютно настоящим. Для меня, как сказать, вот эти проскакивающие какие-то клише, эти проскакивающие ярлыки, ну, ушей даже не касаются, потому что никакое мнение, привязывающее человека к тому или иному плакату, оно вообще для меня Лешу не задевает. Просто не задевает. Он передо мной живой. Лёша, ты издал дневники своего отца. И эта книга называется «Хлеб удержания». Я помню, что я прочла эту книгу 3 года назад. И как я просто не могла остановиться, я плакала, потому что разрывалось сердце, да, просто царапающее душу воспоминания. Особенно, вот, конечно, этот период распада Советского Союза и конец 80-х, начало 90-х годов. Ну, просто очень тяжелое чтиво. При этом я понимаю, что у тебя это от него, вот это вот беспощадное отношение к себе, такая правда, да, вот, ну, ничем не прикрытое, такое оголенное состояние. Это время 90-х годов. Вообще, какое у тебя к этому отношение? Я знаю, что, кстати, сегодня, 9 июля, сегодня день смерти Сергея Курёхина. Сквозь призму фигуры Сергея Курёхина, давай посмотрим на это время. Потому что сейчас, опять-таки, пересматривают его, какое-то оно теперь такое сложное и неоднозначное. Вот твое отношение. Моя мама музыкант. Моя мама пианист и педагог. Она мне говорила о том, как важно определиться в жизни, ты в классической или в романтической манере. Это она мне как режиссер говорила, да, ты должен понимать, ты ассоциативно вяжешь или ты гармонически вяжешь какой-то свой рассказ. Она была пианист старой школы, почему была, она, слава богу, жива-здорова, но когда по телевизору как-то шел концерт, где в 2 рояля Курёхин с какой-то японской пианисткой давали импровизацию, она смотрела завороженно и сказала: какой гениальный хулиган,
какой гениальный хулиган. Вот смотрел на этого человека, и было видно, ну такая одаренность. Не просто умение, техника потрясающая, удивительная легкость, потрясающий юмор, ироничность. Дело даже не в тех формально внятных и знаковых хулиганских выходках, да, чем была там поп-механика и прочее, и прочее. Он был такой удивительно искрящийся и легкий, импровизирующий человек, что момент сопротивления материала в инструменте, в рояле, скажем, да, отсутствовал полностью. И это была не техника, это была какая-то окрыленность, птичность какая-то была в этом человеке. Вот, и поэтому, а в 90-е, а вокруг уже начинали, одного застрелили, тут случилось вот это, распадается огромная страна. И я помню, я ходил на несколько его концертов, причем именно тех, где он садился за рояль. Причем это было в зале капеллы, да, и где, казалось бы, вызовом его такое поведение экстравагантное этим классическим сценам, стенам в Петербурге капеллы, да. Он был прекрасный, легкий, это был такой свет. Светлый, замечательно, как сказать, не жгущий огонь, да, там нельзя сказать, что его музыка зажигала, там заводила еще что-то, но ты понимал, как легко можно дышать, когда ты видел, ты дышал просто, становилось легче дышать, когда ты видел Сергея в его главном деле его жизни. И я так рад, что однажды был такой короткий случайный эпизод, я-то им уже восхищался, мы часто встречались в коридорах Ленфильма и просто кивали, как одно знакомое лицо другому знакомому лицу, но как-то у нас на Пионерской, я живу в Петербурге, на Комендантском аэродроме, я выхожу из метро, ночь, промозгла, какой-то дождь, неедущий трамвай, остановка сиротливых людей, эти 90-е, ларьки, везде разлитая тревога, готовность любого в любой момент что-то такое ответить. И вдруг вижу, почему-то мне кажется, что он был в белом. Но мне кажется, что он был в белом в этой ночи. На остановке стоит Сергей Курехин. Я подошел к нему и сказал: «Простите, а можно пожать вашу руку?» И он говорит: «Да пожалуйста». И вот тогда мы впервые поздоровались. Мягкая, легкая, ничего не весящая рука. И вот тяжелое было время, наверное. Кому-то время переходит в жизнь. И ты не успеваешь ее прожить, и потом начинаешь мучительно говорить, время было такое, или что-то еще, как будто у тебя кто-то что-то может отнять, тебе Бог жизнь дал. И вот талант, понимание, это понимание не этим местом, а это верность всем собой, тому, что этот дар нам даденный, он окрыляет, он легким делает тебя. И в моем представлении Сергей как раз был такой. Трагическая ночь с 29 мая на 30-е, 94-й год. В одну ночь этот сердечный приступ у Сергея Курехина, умирает Коля Павлов, замечательный актер Малого драматического театра, молодой, прекрасный, легкий, удивительно, как сказать, вносящий в театр с довольно суровой, серьезной школы, атмосферы, ну, Додин, да, Бес они тогда ставили и так далее, он был легким, импровизирующим, чудесным, умирает от инфаркта в ту же ночь, когда у Сергея случился этот приступ, и огромный, обрывной, ужасный инфаркт у Фоменко, который тогда приехал в Петербург на гастроли с «Пиковой дамой». Жуткая ночь. Мы выпускали преддипломный спектакль, и я знал, что в зале соберутся много, например, друзей из Малого драматического театра. И, конечно, никто не пришел, потому что такая потеря сразу в нескольких местах ударила. Все трое, нельзя сказать про Фоменко «легкий человек», все трое прекрасно знали цену и трудной жизни, и тому, как скрежещет, рвет подчас перья из нас, из них. Вот. Но это ангельское свойство – быть благодарно легким. И мне в моем представлении по этим 90-м, холодным, странным, прямым и простым во многом, да, когда люди сейчас подчас не ориентируешься, не понимаешь, что человек имеет в виду, говоря с тобой, то, что он говорит, или тогда все было проще, страшновато, но проще. Но Сережа вот таким легким огнем и легким звуком по ним прошел, дав им какой-то совершенно небесный камертон, так мне кажется. Леша,
Мне очень нравятся твои стихи. Можешь прочесть какое-нибудь стихотворение? Я боюсь сбиться, не запоминаю, потому что нет привычки. Настоящего прошу, счастья, горести, прощения, боли, радости, прошения непрестанно возношу. Но когда охватит душу грозовая тишина, слышишь, мается она, выйди, Господи, я трушу. Это о Петре, который попросил Христа выйти из лодки, когда огромное количество рыбы поперло в сети апостолов. Это был независимый европейский проект НЭП. В Бероуне с нами был режиссер Алексей Злобин, потрясающий одаренный человек. Всего доброго. До свидания.